Всем доброе утро, а мы на луковом поле сегодня. Вот так посеян лук, это сивок посеян на зелень, потому что в это время уже головка не вырастет. Это тоже не мое поле, но нам любезно разрешили здесь пособирать лука сколько хочу. Но я много не беру. Вот так растет лук. Качество хорошее. Выбираем, который побольше, потолще. Остальное будет дорастать. Это все на зелень. Посеяно сеялками, без всякого полива. Вот так мы собираем его. Я сегодня еще постараюсь показать, как мы его зафасовываем. У нас, конечно, есть такая сетка. Вот такой лучок. Там дорога дальше. Тоже без всяких ограждений. Без всего. Рядом поле скошено. Здесь были зерновые. Ну, вот так это все выглядит. Лук чистый, очень в очень хорошем состоянии поле.